Привет, чуваки! С вами Грав! Но 007. Мне навеяло что-то вам сегодня лотерейку запилить. Заждались? Сейчас будет лотерейка. Но прежде чем я запилю лотерейку, мне навеяло кое-что. Я вот вспомнил, как некоторые подписчики мне писали, типа, да говно, да твои ролики говно, да ты никакой полезной информации не несешь, типа. И случайно я забрел совсем недавно на канал Володи Медведя. Вот. Посмотрел пару фильмов. Говно! Вот реально, вот говно голимое просто, говно. Думаю, ладно, посмотрю, сколько у него подписчиков. Что вы думаете? 22 тысячи подписчиков! 22 тысячи подписчиков у Володи Медведя. Поэтому я так думаю, чуваки, кто пишет мне, да, что мой канал никакой полезной информации не несет, я думаю, мой канал все-таки чуть-чуть лучше, чем у Володи Медведя, да? Вот, значит, что я хотел сказать-то. Что-то я еще хотел сказать и забыл, кстати. Ладно, хер с ним, в следующий раз. Итак, для новых подписчиков, кто не в курсе, я буду покупать вот такую вот лотерейку шведскую. Отшкрябывать здесь вот такие вот лепесточки, да? Типа лепесточков что-то. И, значит, если, например, я отшкребу лепесточки, да, и под лепесточками будет, под тремя лепесточками будет миллион, значит, я выиграл миллион. И мы делаем что? Правильно, мы едем в Черногорию, покупаем там корабли, подводные лодки, вертолеты, катаемся, отдыхаем, короче. Вот, и куда мы едем? К моему лучшему другу. Да-да, не удивляйтесь. И настроение у нас что? Улучшается. Итак, поехали. Десять тысяч. Первая попытка. 10 тысяч. Я просто вот уверен, что сегодня, что именно сегодня я выиграю этот миллион. А знаете почему? Потому что мне в очередной раз долбаные птицы обосрали мою машину. Да-да, не удивляйтесь. Вся машина была в говне. Вот. Смотрим дальше. Один миллион есть. Я же вам говорил. Я чувствую. Я просто чувствую, что сегодня мы выиграем миллион. Я просто это чувствую. Попытка номер три. Отшкрябываем. Сука. 60. Самолет чуть не упал. 60 мне цифра что-то не нравится, если честно. Что-то как-то так мелко-мелко. Не по-нашенски это. Но у меня же еще есть 6 попыток. Итак, номер 4. 90. Короче, херня какая-то получается. Начинаем это самое, медитировать.
А еще некоторые подписчики, а может просто пользователи моего канала, пишут мне, что я сумасшедший. Да-да, не удивляйтесь. Они пишут мне, что я сумасшедший. Если бы я был на их месте, я бы сумасшедшему человеку не писал, что он сумасшедший. Я бы не тратил свое время. Но, после таких интересных сообщений я подумал, а почему я сумасшедший? С какого такого хера? Сейчас, секундочку, я расскажу. Пятая попытка. Сука. 100 тысяч. И в этот раз промах. И в этот раз промах. Так, я шестую рассказывал. А почему я сумасшедший, кстати? Вот вы знаете, например, Леонардо да Винчи, Ван Гог, Сальвадор Дали, Эйнштейн, в конце концов, все эти люди, мною названные, они тоже были сумасшедшие в свое время. А сейчас они гении. Так что подумайте, ребята, в каждом сумасшествии есть доля чего? Да-да, не удивляйтесь. В каждом сумасшествии есть доля гениализма. Да-да! Сейчас говно никто не уважает. Но скоро о нем будут писать книги, снимать фильмы. О нем будут говорить в школе, в обязательной программе 10 классов. Так, дальше. Время-то идет. Попытка номер 6. 60. Что за херня? У меня еще 3 попытки осталось, а я только 1 миллион взял. Сука, ладно. Вот. А еще сегодня утром я посмотрел репортаж Димы Клокова, чемпиона мира по штанге. Он брал репортаж у одного известного качка, бодибилдера. Забыл фамилию, Ясинский, что ли. Так вот, Ясинский, кстати, он считает, что употреблять анаболики – это хорошо. Он не считает, что это плохо. Вы знаете, я чуть было не повелся на это, а потом подумал, нет, чуваки, я анаболики принимать не буду. Анаболики – это вредно, чуваки. Да-да, не удивляйтесь. Это вредно. И когда-нибудь я сделаю ролик, где я вам конкретно скажу, почему это вредно. Но прежде чем сделать такой ролик, я должен вам найти факты, конкретные факты. И я вам их найду. Да-да! Итак, попытка номер 7. 100 тысяч. Короче, у меня еще осталось 2 попытки. Мне начинает эта херня уже не нравиться, если честно. В этих 2 последних попытках должно быть 2 миллиона. Если там его не будет, я реально буду плакать. Но ведь еще же осталось 2 попытки. Ладно, чуваки. С Богом! Я! Миллион! У меня осталась последняя попытка. 1 миллион есть. 2 миллион есть. Все, здесь миллион. Я это чувствую. Я это просто чувствую. И у нас будет наш остров. Недалеко от Симонова. Я там куплю этот остров. И все граждане, повторяю, все граждане Гисляндии пойдут туда. Те, кто замаксал мне 1 бакс за гражданство. А кто не замаксал, тот не поедет!
Все, чуваки, здесь миллион. Нету миллиона! 10 000! Сука, пидорасы! Ненавижу!